Ассистов убери у всех. Там он вылетел. А куда рарника-то убрали? Рарник чилить пошел. Нихуя себе. Сколько там перекидывается эта хуйня? Давай пока банки раздам. Так, что у нас там? Три штуки еще со вчера осталось. Так. Милики. МДД. Так. 15. Так, это что? Вадикон, у тебя есть там СПДшные фаски? Кому там проходка в ЗС надо? Сколько штук? 10. Так, я тебе 35 даю. По 3 штуки раскидывай. Ну, примерно на 15 рассчитал этих РДДшников. Сейчас, подожди. Отмени там, я тебе кину сначала. Угу. Так, 35. Так, а на миликов что это получается? 10 на 3, 30, да? Вон, эй, я зашел. Ой, проходка есть? Эй, проходка есть. Так, Хульдринг, вот тебе 30 на этих, на миликов. По 3 штуки там закидывай сразу. Чтоб до конца хватило. Примерно. Так. Эй, в DC нет? Кого ДД? У Хульдринга. Бля, Рарник, заебал, что тебе на замене-то? Надо. Отдохнуть. От чего? От Вова. От вас. Ты не офнешься, надеюсь? Шалфир, ты зашел? Не-не-не, я в этом, в другой игре буду. Мне там динозавров надо покормить. Я понял, нахуй. Нихуя ты, блядь, ебать. Че за игра? Фантастические твари, блядь. Арк. Арк. Я тоже динозавров хочу. Так. Ты БМ-хаунт, у тебя есть динозавр, который ты кормишь? Спекусь. Подожди. Че, мне танчить, что ли? Да, пока третьего танка. Ебать. Дайте фласочку. Блять. Че, знаешь, у всех проходка есть, никому ничего не надо, да, значит? В смысле? А где консилиатор? Проходка в ЗС, в ОКО. Да, по-моему, не у всех, блядь, почему? Так а что они молчат, сидят? Ну? А у тех, у кого нету, их сейчас нету. Их да, нету, нет, а потом, потом говорят, у нас проходки нет, у нас проходки да. Карбонара, ну, так они не всегда, блядь, онлайн. Карбонара, ему пизды надо дать, а где он? А ему пизды, вон в громовом тёсе сидит, нахуй. Он в Дисе, нет? Не знаю, нет, наверное. Напиши, дай ему пизды. Тоже проход куда сделать? А вместо кого его втыкивать? Кто пойдет чилить? Друг Мишка. Хули мне этот Мишка, блядь? У него друг хороший. Ну или друг он у него есть. Свапнешься, сам пойдешь, блядь. С собой хуячить. Короче, блядь, это самое. Я могу почилить на замене. Я могу почилить на замене. Тродру, ну, давай призана в ДД нахуй, карбонару и Вердру второго. И так нормально будет. Пизду. Так ты призвана выкинул, получается. Так, а кого почилить отправить? Кто почилить хочет? ВПХ. Ты подожди. Подожди, ты на ребре это лужу положишь. Может кто-то другой может почилить, там маг какой-нибудь, хуй знает. Мордаунт может. Мордаунт вообще, мордаунт не может. Лок один в рейде не может. Давайте. Маги какие-то могут почилить? У нас магов в рейде. А, нет. Бенстиллер. Эй, давай ты почилишь. Призана возьму, чтобы он дамажил. Есть слот? Ну, надо тут спрашивать, то чилить пойдет. Понял. Ты заходи, заходи. Заходи на сову. Лингрен может почилить. Да, если шарко, то уже драконов покормить надо. Надо, чтобы были проходки побольше. Выдан. Драконоводы, блядь, заебали уже. Я боюсь, от вас маску не забирайте.
Свою придумай, да? Ну да. Бля, друид инвалид еще. Ну у него проходка есть, друид инвалида, по-моему, да? Да. Ну, кстати, только на один квартал, только один квартал очень интересен, если кто-то уступит. Там, по ходу дела договоримся. А. Сейчас, первых четверых ебану и уступлю. А, нет, только на... А кому, сове? Не, я на паладину думал зайти. Только надо, чтоб у кого details скинули мне хпс вальки. Так уж похилить вальку? Не-не-не, тут... Карбонаров в DC нет. Надо, короче, ХПС увидеть просто. Так, запоминайте, кто на замене, чтобы потом не проебаться. Каждые 4 босса спрашиваем, где они тут, нет. Рарник, Эйя, и кто еще? Равис. Нет, Равис не... Заходи, сейчас ты нужен. Захожу, все, захожу. Еще кто-то был третий. Друид инвалид вон. Шалфир. Друид инвалид. Шалфир, блядь, шалфир. Шалфир. Эй. Ну, Мутфокс, у тебя проходка есть, там кого-то доберем, там на замене есть люди. В крайнем случае вон треплёха сидит. Ну, бля. Не понял. Двери треплёху, он вздамажит три раза за 5 минут. У нас армс есть? Блять, где-то бан был, обещал мне все армсом поиграть. Сука, одни фурики. А чё, армсов никак не сделать? Или что? Или 4% физурона хуйня голимая? Я вообще охуеваю. Это с какого скилла физурон идет у армсов? Травма. Это будет третий вихрь на лене, чтобы не объебаться. Там Святу спрашивают, надо делать, нет, спекнуться. Конечно, вот, блядь, 4% сделай, зачем мне твой фурик? Физушников апнешь, заебись. Там было 10-12 физушников. Ну, ты сейчас полетел делать, что ли? Ты сделай, ну, там, да. Нахуя ты сейчас-то ушел? Обратно. Что вы делаете, блядь? Ему в городе надо спекаться, да, ему просто надо спекаться. А, не, если город, я думал, спек надо делать. Этот, кто не, там не, не. Вместо рависта вместо кого взять? Прием. А, полностью. Да, сиди тогда, все. Тогда сиди. Сиди, кайфуй. Хули сиди, кайфуй. Я говорю, на леди мне надо, чтобы контроля 3 было. Ладно, давай вместо МВП. Так, ты, я и Мутфокс, нет? Нихуя себе. Да а. Тут соу дохрена, тут сок контроля, там хоть жопу жуй. А, кажется. Ну да. Да, точно. Ладно, сиди тогда, блядь. Я забыл, что я не буду леди танчить. Так кто сидит? Я сижу или Равист? Равист. Как? Я как раз пока на мобильный прыгну. Ты не будешь, ты на трэше будешь. Так, а рыбу я оставил? Нет, я не помню уже. Вот рыба. Да, сука. Че я, блядь, тыкнуть не могу? А че я тоже не могу на нее тыкать. Вот сбоку пиздец. Аккуратно тыкаем, блядь. А потому что... У кого-то толстожопый хитбокс максимально. Это не я. Найс, текстура рыбы. Короче... Найс, еще какой-то мудак сел на ней. А, Вадико, понятно. Мы сейчас будем пулять, нет? Все, можно в паске пить. Короче, на пул, на Войда там. Карбонара. Я написал, сейчас я перезахожу. Сука, паровозники. Привет, ребят, привет. И банч поставьте, пожалуйста, сейчас за мне. На нахуй, нету паровозика. Сколько хастыри кипало у тебя? Я хуею. Чё, косарь 500, что ли? Я понял, нахуй. А нахуя тебе столько? Он вообще без 104. Таун ретрик, небось, мейн.
Я хуй знаю, что у него мейн. Там рейтник 65-й, и, видимо, просто вторым спеком хапал его. Просто за нонсет сразу. Все нонсет нахер. Ну. Это ты опыт у тебя нормальной игры? Ну, типа, посмотрим. Да, давай, Треплёха, спасибо за игру. А, он ливнул? Вы, говорит, меня не берете, да? Ну, он не дамажит нихуя, ну, толку от него нет. Пускай, бля, идет где-нибудь там, где толк от него будет. Это баф. Ну, я думаю, ГМ оп, нормально будет. Но он в обычке-то не приходил. Геру. Танк налево, блядь. Танк слева далеко на шипе. Хуя там арм сгенерирует, нахуй, быстрее бы реворк уже. Ну-ка, а чё подамагло? Хан слева на шпе. 22, а чё в нём-то не играть нахуй в армсе, блин? Раз он 22 даёт. Может это из-за шипов? Какая сложная. Какая сложная, блядь. Блядь, знаешь, что сложно? Вы убили репро? Нет, мы её убьём по голове. Мы на регон убили. Ой, я тоже его убил. А чё, весело на реке? Ну да. Не, как таковой, я даже очень будет искать, наверное, водить. В конце можно бабл прожал и вихрь нахуй. Как дела там у вас в лужах, заебись стоится? Ой, ёбана, чё вы померли так? Я вообще охуеваю с вас. Ну, три шпа рядом прям. Не вижу, на ком частица висит, надо, блядь, себе настроить, нахуй. Вроде висит. Мардаун, ты чё там нахуй? Да я же боюсь себя похиливать. Справа ханта что-то. Был Армс и нет Армса, но Армс вообще, вообще позор, блядь. Позор, что ты сдох, нахуй. Гламур, перевешай на Лингрена частицу. Рики пал на Войда. Ваша не сдохнет, она там мощная. Вот что вот это, ну, блядь. Быстро вставай и захиливайся. Гламур, вставай и щитуйте Гламура. Я тебя резну. Давай, ну вставай быстрее, где ты? Он отменил. Я охуеваю, блядь. Вы что, ебанутые нахуй? Юля вылетела, может падать, думаю, уже. Да, ебана в рот, но. Падать. Я да? В ахуе, блядь. Прикольно. На шип, блядь. В диване просто посадила. На кукан. Честно, нам, мне кажется, бидона не хватает. Нахуя? Ну вот, я не знаю просто, но
Как объяснить там? Типа масхила? Нет, ну ладно, я не смогу это объяснить. Я же нутром чую, не хватает, да? Да, ну просто как бы, когда ДЦшник выше паладина, типа, ну это ладно, типа, ты не знаю, кто не очень. У тебя абсорб, блядь, ты не придумывай, блядь. Так гламур перехиливает меня даже там своим, блядь, моим ебучим абсорбом. Ничего никто не должен тебе, блядь. ДСшник, ну, перехиливает отлично. Здесь, блядь. На ребре, блядь. Дамаг по всему рейду идет. Ты абсорбишь, блядь. РДУшники не хилят, потому что ты щитами забираешь дохуя дамаг. А два пала по танку работают. Призан, давай шестого хила, иначе мы скопытимся нахуй. Сейчас я выкину какого-то друида, блядь. Вот, чтоб ты там, если что-то ты им въебал. Кукмастер, Диси. Будешь это, леди танчить. Не забыл, как там на боссе агро набирать, там мобов. А Кукмастер, может, ты и Джайну затанчить. Он говорил, у него опыт есть. Да там ее нехуй танчить. Так, где у меня там ГП, блядь? Сейчас будешь кидать. Лужа, блядь, сразу 25 ГП, блядь. На луже, ну, нахуй. Да, лужи нельзя стоять. Лучше забывайте про свой ДПС, нахуй, и вспоминайте про то, что нужно выйти с лужи сначала. Баф присты. Стамину. Присты, блядь, пизды получите. Не осуждай меня. Bone Storm cast. Беги, малышка, беги! Bone Spike cast. На шипе сдох? No. Шип на ханте, еще один сзади. Лес и сет джумит фокс. Вода, спите сзади, сейчас сдохну. За крудам. Баф посижу. Каску лапу пристабаф. Кулак. Горн. Каски нет. Каску. Паладины. 4 пала в рейде. Хули палу затруднительно, потому что они хилят танков. Вот, или хули дринг, или лингрен тут. Каску. Лингрен прото раздает. Я кулак и МП5 раздаю. Что-то вы решили в центре его ставить. В курсе, да, в крайнего, самого дальнего игрока он идет. Чтобы он в рейд не пришел. Ханты убегают куда-то. Дамажить хотят.
Так там вроде всегда туда кто-то прибегает, я поэтому стягиваюсь в центр. Захиливайтесь, но фу быстрее. Туда прибегают, потому что там никого нет. Али, да? Захильтесь. Чё это за залупа, нахуй? Вы чё, нахуй? Вадикона разбейте, шип. Ультрадруль у меня. Резай ультрадруль Вадикона. Пиздец, бомжи, нахуй. У меня игра свернулась. Mm-hmm. Я проебал момент. Ебать, бэнти вашу. Войду упала. Поздно, нахуй. Я хуй знает, как это объяснить, нахуй, ну. Пиздец полный, а? Вроде не были на шипах в это время, блять. Или были, хилы? Не было. Ну, хипалы точно не были. Так, полученное исцеление. Войд. Там, частиц... там упала Юля, и потом следом тебя сбрила. Наших... А я выжил, потому что у меня есть ревностный. Да похуй на эти ДД, слышите? Все хилы, это, хуй на них, пошли они нахуй. Хильте танков. В частности, два пала и шаман. Никаких ДД не тыкайте. Похуй, нажмет он, не нажмет, насрать вообще. Похуй. Ничего не делайте. Дедон пришел. Не хильте ДДшников, нахуй. Короче, пришел. я не знаю, кого свичить с них, нахуй. Кто слабее, ультрадруль или карбонара, блядь? Ну, карбонара вроде даже 4-4 нету. Так, карбонару... Нету проходки. Карбонару... Ну, карбонару надо проходку, хотя бы первый квартал. Ну, карбонару а хули проходка, если у него Т4 нету, ему нахуй эта проходка не сдалась, он нахуй там не нужен. Все, карбонара чилить, бидона в рейд, ультрадру выкидываю, также в 6 хилов идем. Два шамана, сейчас два щита будут с земли. И это, мордаунт нахуй. Не стой в луже, и остальные, блядь, это... Текните. Сначала шипы играть, и босс и так упадет. И это, шаманы и паладины, не надо на ДД отвлекаться. Сдохнут нахуй, сейчас 25 ГПМ полетит. Это я про лужи говорю. Шипы ДД бьют. Не бьют, значит они сдыхают в шипе. И вот и все. И нахуй хилить не надо, блядь. Либо бьете, либо... Сейчас, короче, блядь, ну, будет вайп. Будет этот самый, будет ГП, блядь. Четко я сказал, сейчас будет вайп. И будет ГП. Бидон, блять. Я танк, Вилаша и Лингрен. Многообещающий. Призан, давай на Войде держи щит. На Бидон, на Вилаше держи. Гламур... Да вы заебали на рыбу садиться, а? Гламур на Войде частицу, а Рики Пал на... Да там какой-то карлик сел. Давай на Вилаше частицу. Вот. Бен и... Стиллер уселся на рыбу. Я говорю, карлик. Кто-то посадится на лицо, кто-то на рыбу, так что собейте. Арис, ставь оффы. Я два раза захожу в рейд, короче, у меня полоска прогружается, и все, и в экране вот картинка World of Warcraft Lich King. Сейчас да, 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 надо ждать просто. Ждать? Ну да, подожди. Заханыч тут. Так, дай отчет. 5, 4, 3. Сука. Геру. Да дура, справа ханта шипе. Два ханта на шипе, вот так чисто для справки, через рейд лужа пойдет сейчас. РДДшники. Ханты, стойте вот хотя бы поближе немножко стойте к боссу, ну РДД могут не достать до вас нахуй, вы вообще ренджу прикидывайте себе в голове примерно, блять, я бы не достал с собой нахуй, вот так заебись. И немножко, и старайтесь не сзади к рейду, немножко вот туда, в сторону лица босса, чтобы меньше камеру было поворачивать. О чем развернулся? Кто?
Ребро в рейд. Ну это шип, наверное, кидал, не знаю. А чё, Войт, ты меня кикнул, да? А? А, ну, видишь, дошло. Вот. А тебе смысла проходку делать нету, пока ты там в тех рейдах, ладно. Ты еще не готов. Тебе Т4 надо нормально одеть. Ну, я собрал Т4. Потом, как-нибудь в другой раз. Давай. Подбарахлим. Может быть, и пошел бы, если бы, блядь, этих вайпов не было, нахуй. Ну, тут, блядь, судьба такая, нахуй. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Ой-ой-ой, чуть не умерли, блядь. Дин даю. Ну, я, типа, умер. На шипе, да? Да. Выйдите кто-то на правую сторону от ребра. Ну, если в жопу смотреть. Так, ультра-дру, ресей, БП ханта. А Трулде, как ты умер, нахуй? Вы что, под ебалом стоите? Съебитесь за спину, что вы делаете? Я хуй знает, как я умер, но я в невидимой луже, блядь, умер, пиздец. Ультра-дру, ты здесь с МВП ханта или нет, нахуй? Да, иди в рейд, встань, я повожу лужа. Здесь фулл баф по ханту. Так, призану залил, короче. Инра там раскидывайте в самостоятельной основе, блять. Не ждите, блять. Вот гимн сдали с тотемом. Пять на ханте шип. Шипы на вихре бьются приоритетом. Выйти с лужи и потом бить шип. Босс бьется потом, блять. Хуя себе, блядь. Въебал по мне. Чё, ёбнутый, блядь. Есть. Спаси у него. Ебать, мы смогли. Призану в ДД обратно. Чколо. Оф, у тебя кот? Кто у тебя мейн? Я забыл. Кот или эрдру? Ультра-дру, я забыл уже. Хил или кот? Кто мейн из них? Кто у тебя покруче одет? Ну так-то хил вроде получше. Так, это параша.
О, написано, что у него рестор мейн. Угу. Тебе нужен кому-то этот грудак? Не. Я забрал бы просто. Кольцо. Меткость крит. Не то и то вы нажимаете main off, это одна цена. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем так. Несовершенстве, вашей слабости. Не заходите? Блять, а можно тогда кольцо отменить, если одна цена? Одна цена? Тебе отдать, Вадь? Кто следующий на кольцо? Напишите в гильд, в рейд. Тому отдашь, кто выше. Че, всем тоже не надо за 100 гп? Или кому-то надо? Да, на... А, кидай распылю на... Скажешь, скажешь, как распылишь. Хокмастер, там в танк спегнешься. Щупач на духов включайте. Там тролл Д кольцо отдал. Все, распылил. Так, сплю. Все, распылил. Да, я там зелень пособирал. Сейчас я офнусь патч поставлю. От него во время смерти босса. В стелсе можно? Можно? Нет, надо. Нет, нет, надо, чтобы на тебе комбат висел. Ты его ударил? Сам, и... Самое охуенное там РДДшником. Я он сначала понял, в толпу улетел, начал хуярить, а потом просто зашел, подальше отошел, экзорцизмом его въебал и стоял, ждал, пока его убьют, нахуй, и все. Так, короче, этот... Так, рыба, дайте столик, жратву я возьму. Он стоит. А он так же резается, да, каждые 3 часа? Каждые 4. Креплёха пишет, прикинь, что? Я сгиливал. Молодец, смотри. Скажи ему. Ай, блядь, да хули он нахуй, его 2 месяца не было, блядь. Ну какая треплёха, блядь, вы чё? Этот. А что это за чел? Да, блядь, чел обычный. Вот, закинь за Линжовый наш. Во вторую патч вместо вара одного. КДПС дает. Так, Лингрен в звезде танчит. На, тебе сейчас систо дам, закинешь. Так, в кружке танчат 2 ДК. Кому там у вас, с вас удобнее с лестницы моба будут забирать? Этот хукмастер, наверное, ты будешь забирать. Тебе надо в рейд, нет, Шелфир? Я не знаю просто, ну, кого свечить. Ну, пока подожди. Чтобы нет. Только нет. Я тут посижу на замену. Хан второй, если что, Седжи. Так, танки, короче, разберитесь, Вилаша, с хукмастером, кто на чем там сейчас. Нет, второй, не я. Теперь по мобам. Я вернее, где я был. В звезде бьют 2 ханта, 2 мага, 3 совы. Ну и лок, в принципе. В кружке бьют милики, получается, 2 вара, инвизибл Закханыч, холидринг, 5 тел. Вот, и это, приоритет, знаете, да, приверженцы, которые щит на себя кидают. В звезде РДДшники всем скопом зергаете центрального моба, приверженца, до того, как он на себя щит повешит остальных, ну, тоже это, начинаете бить. И если убили раньше, то в кружок поворачиваетесь, даете АОЕшку. На боссе сидят 2 роги и ШПшник. Вот, по контролям квадраты я, треугольники Вадикон, Мэтфокс, Луну. Так. Макрос сейчас поставлю свой. Ну, первые напулы будут на Эвилашу на второй фазе. Ну, соответственно, про духов знаете, их хлопать нельзя, блядь. Духов все поставили? Ну, я поставил только что. Этим надо заниматься заранее. Обновите лапку.
Че, готовы, да? Даю отчет. Лингрен слева, да, Танч? Так, он везде. Впрочем, ну, потому что тебе нет смысла. Вот. Понятно, нет смысла, нахуй. Ты ему напиши, козел, мы тебя одевали, вагонили, вот это вот, учили там, соки ты ему делали, а он взял и ливнул. Ну, прикольнись. Боюсь, он не оценит. Он не поймет. Травмируем ребенка. Тебе не в переводе. Че это за залупа, нахуй? Минус два. Ну я залп дал, их схватило, я скорее всего. Ультрадру, если седжу, мутфокс, если святос. Вы там перед контролем смотрите, хотя бы разбегайтесь, блять. От леди нахуй. А то вы так друг другу пизды будете по КД давать. Трэш бьем. Блять. Ультрадру седжи ресы. Ты тут? Да посмотри, у меня КД 10 секунд, блядь. Я не вижу нахуй. Контролю даем. Ну от КД шесть дашь. Мне не показывало просто. Че, ресаешь? Ага. Убав по нему. Сейчас после этой пачки будем переводить. На полтора ляма стопните. Все, уже стопните. Помогите трэш. Дальше переведем, успеем. Че, ваши дни к боссу? Скоро переведут. Контроль. Контрольте. Сову законтрольте. Сов, законтрольте, смотрите, чтобы вас не разъебали. Ну, быстрее переводите. Все. На Эвилашу. Мобов трэш повернулись. Убили сначала. Мобов сразу повернулись, бьем. Все без исключения. Духи. Давай, не зыбку, Геру. В миле кто-то едет. Нет. Будете вай потерять нахуй. Будет увеличиваться ГП, нахуй. Духи, бежим. Лучше бегать и без остановки, нахуй, если не понимаете. За сову. Мардаун. Мне повезло. В босса идет. Бля, законтролите мардаун, скорее. Спиритс. Мили. Так. Вадикон, ресы Войда. Признан вставалку юзер. Трэш. Так, сейчас пролетит дух, стану. Ультрадру, ты дебил? Spirits. Так, БРов больше нету, да? Или есть у кого-то? У тебя. Spirits. А, у меня только есть. Седжи ресую. Пока не вставай, смотри, эту пизды дадут. Сейчас подожди, за контролем. Да блять, ну что ж ты подождать не мог? Люди с контроля вышли. Седжу, блять. Играем так, пробуем. Духи бежим. Духи, бегите. Бегите самостоятельно, не ждите, пока, блять, хлопнет пол рейда, упадет нахуй. Все, мобы добили, леди больше бьем. Что там по напом, говорите? Ну, блядь, танки меняются, во, мы не видишь, один и второй. Должны быть, кто на втором месте, когда с него баф спадает, блядь. Танка контроль. Танка. Ну. Доставьте танки скинь. В миле оба духа. Трэш вышел играть. Spirits. В миле дух под леди прям. Два. Блять, ну щита не было на нем. Ты вообще считаешь там рейд, не? Трэш идет. Дух. Два духа в трэш идет. Считаю.
Дебафа не было ослаблено на душу? Вот сойдет дух. И у тебя сдох вар, ну, блядь. Я же тоже не могу всех, я не зависит, достаю уже. Сова идет. Вот за ромбика дух. В босса бежит. И трэш. Пять минут доберешься, блядь. А ханту пухи нельзя снимать, чтобы он не стрелял, блядь? Признан филе. А все, уже сложили танков. Падайте, падайте. А ханту пухи не снимаются, нахуй, чтобы он не убивал людей, или как? Снимается, если ты комплект сохраняешь под именем ПВЕ. Ну и как у тебя там сохранено хант? Оба ханта. Комплект ПВЕ себе сохраните, блядь. Это делов 10 секунд. Быстрее давайте, делайте комплект себе ПВЕ, блядь. Чтоб снималась, блядь, ваша ебаная, блядь, арбалет, блядь. Чтобы вы не разъебали по 27 тысяч людей. Сука, еще и сдохнуть не могут нормально, блядь. Босс, блядь, убивает медленно. Да хлопните вы духа уже, ёпта. Пиздец, блядь. Заходим. Вообще в ахуе. Захраныч, диван снимай. Да ща, ща. Где? Божественное вмешательство называется. Такие часы оранжевые. Да, только его, сука, все в бафах, в дебафах не вижу. А ты все отменяй, вижу. Нах. И появится. Снял. Ты снял, ты снял, снял его, снял его. Я все нахуй поснимал, блядь. Фласки снимай, фласки тоже снимай обязательно. Фласки, ты че, блядь? Ставлю рыбу. Снимите, пожалуйста. Не резайте бича этого. Ой, я себя бич, блядь. Из-за другого бича меня убили. Стопудово не из-за этого, которого ты думаешь. Дайте кто-то гильдбанк. Меня трэш разъебал. А вот если бы ты бил мага, он бы тебя не убил. Демон Фокс. Он патч включает. Меня, блядь, Лингрен чуть не похоронил, нахуй. Я не мог тебя хоронить. Щитом въебал на болтарке. Да, ты подошел мне, дал стан, в контроле дал стан, блядь, и возле меня дух нахуй спавнится, думаю, такой, ебать. Я вам... когда подконтрольный, в тебя дух не пойдет. Я вам так нет. Скажу, блядь, друиды это не панацея, то что мы вихрь даем, это не факт, что мы его даем моментально, мгновенно, может, конечно, быть далеко от человека. Ты поэтому... не понял, ты в контроле был, ты мне дал стан. Я не мог контролем быть. Это не он, это гламур бежал, хил. А, зарезистил первый вихрь, поэтому успел дать стан тебе. Понял. Короче, играйте... У тебя какой-то резист есть на фил, да? У кого резист на фил? У хантов. Я почему-то султану два раза фил давал, и все, в резист уходило. Потому что детеранс под контролем уже откатил. Магию тьмы снимите с себя, блядь. У одного паладина должна быть аура на тьму. А Пристовскую не бафайте. Сколько раз это повторять? Где Святос? Вы, блядь, он будет бить. Он его присумонить. Ну ставьте шкаф тогда. Ебать, МПИ Хан, ты больше всего нахуй наших людей. Я, короче... Так он с пыла в первых контрольных двух убил, нет?
Да, я дал залп, и она взяла Серджу в контроле еще кого-то. И... Кири, блядь, бичи, блядь. А что бичи-то, я что сделаю? Сами подставились, да? Притвориться мертвым. А у тебя ДБМ тебе пуху не снимает? Должен снимать, по сути. У меня стоит комплект ПВЕ. А ты поставил галочку, в принципе, там, в настройках ДБМ, а то обычно слетает эта фигня. Ага. Интересно. Да, там просто перед каждым пулом достает тебе проверять ДБМ, потому что у меня иногда слетает все. Бывает такой момент, конечно. Да что ты нахуй, блядь? Пропустить, да иди нахуй, что это за хуйня, блядь? Заебала эта табличка ебаная, я что-то тыкаю нахуй, я не знаю, из-за чего она появляется. Ебло, блядь. Только вымораживает. Беги, малышка, беги! Крипто, крипто, забанить скорее. Я не знаю. Вместе куда нельзя. Ух ты какой! Комбанчик агрессивный. Трэш 5 секунд. Седжу не сбрейте. Это Бокова играть. Быстрее переводим. Заливайте трэш и леди. Быстрее переводим. 8 секунд. Переводить. Так, трэш повернулись. Alt-Z нажал, нахуй, все исчезло, блядь. Кринж. Духи. Бах, нахуй, бах. Все, красава, всех убили, блять. Можно, наверное, падать. Не-не, подожди. Нет, все живы, нормально, все. Только двоих упали. Так. Вадикон, Вадикон Мудфокс, и Мудфокс Ультрадру. Две в ромбе. Ромбика идет. Быстро захилить. Ультрадру ресай. Ультраду тоже быстро захилит. Съебались, два духа, отошли от них. Ультраду и лесы. Сейчас я встану, духи пройдут. И реснишь ханта. Спирается. Захилить его, съебались от духов. Дух в рамбе, идет звезду. Трэш подошли. Трэш подошли, убили. Призана не убейте. Дух прям в адах, идет в леди. Новые духи, бежим. Дух центра в звезду идет. Так, Заханыч, ресую Заханыча. Вставай и беги сразу. Фул баф по нему. Лапку дал. Позже выведить. Дух возле трэша. Второй не вижу где. Вон в леди в центре. Возле босса. Контролем. Два духа возле леди. Меньше дамажьте, больше на контроль играем. На трэш, на контроль, блять, на выживание. От духов съебались, вот два в кружке. Новые духи, секунда. Вот новые появились. От уголка оттуда уходите. Верим. Мордаунд, беги. Я вижу. Сейчас садится просто. Трэш, возле леди от духи, бегите. Два духа в леди.
новые сейчас будут, готовимся. Spirits. В леди идут, один. Да где ты, сука? Куда идешь, нахуй? Не достаю, нахуй. Ай, блядь. Говно ебаное, блядь. Spirits. Что-то Геру так и не давали, да? Да и похуй. Аккуратно. Сойдет. Духи, видите, зеленые, блядь. Сейчас ДЦшника нету, нахуй. Играйте на всю мощь хилы. Себя сейвим. Вот, духи, бежим в рамбе. Трэш вышел. Трэш прошли, бьем. Духи, бежим. Ну бейте трэш, нахуй, не хули вы, ну. Трэш, дух. Лингер, леди идет. Милики, убейте приверженцев, нахуй. Прием. Не босса, а приверженцев, нахуй. Убейте. Там два духа. Дух в леди снова идет. Не хлопните, главное, дух. Бежим, 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 бежим. В сове прям дух, блядь, стоит. Кто это? Мадикон. Ты замер, что ли? Пронесло тебя. Дух, съебались. Возле леди два духа сразу. Контролим. Заебал твоя это. Я дека разъебал. Ну, понятное дело. Молодец. Отомстил. Дух с рамба идет, центра. Давайте еще пачку трэша убьем и будем босса добивать. Сейчас на контроле по этого духов и контроль людей побольше внимания. Помогайте там. Два духа везде. Ферами, блядь, всей хуйней. Новые духи в центре съебались, разбежались оттуда. Босс идет. Пачка трэша сейчас в кружке выйдет, туда идем, сейчас убиваем мобов. Мобов пошли бить. Spirits. Дух, бежим, бежим, бежим. Контролим людей. Spirits. Сука, блядь. Повернитесь. Дух в центр идет. Бить. Да ебать его в рот, ты Арис совсем пиздец, нахуй. Ну что ж ты стоишь-то, нахуй, ебалом-то торгуешь, нахуй. Два трэша. Он подбежал, он появился возле меня. Да все нахуй. Ясно нахуй. Нахуй надо, блядь. Ух, центр идет в леди, прям идут убегать все от центра. С герой добьем. Ну добивай, хули, я посмотрю. Дух в леди идет еще один. Слева трэш вышел. Блять, вы не контролитесь, вообще пиздец, нахуй. Spirits. Дух звезды идет один. И один с рамба. Лёха, кайте трэш. Spirits. Того идет какой-то дух. Да вы не добьете. Добьют эти куда немцы. Дух созвездил. Есть Гера, Гера, Гера. Все, я умер. Говно ебаное, блять. Залупа это, а не игра, нахуй. Пора доставать, короче, кнопку заветную. Spirits. Кто там нахуй? Написала? Я уверен, большинство людей патчи на духи не на духов не поставили. Бидон, Рикипал, Арис нахуй. Как ты это понял? А хули тут понимать-то, блять? Те, кто духа взрывают, те не поставили. Меняю на 50. Макросы. Подожди, а бидон за что? Дух. Чините, съешьте рыбу. Я хуею, блять, вы что? Ну, играть-то будем, не?
Где там Ванька, ну? Тут. Бич. Нормально. А Заханыч... А, отменил, нормально. Я думал, нифуя себе, за что, блядь? Это проверка. Проверка. Я думаю, нихуя себе, блядь. Вроде ничего плохого не сделал, блядь. Блядь, Рикипал и Бидон, уважаемые, блядь, братья, блядь, это... Не хлопайте духов, нахуй. Сначала отбегите, блядь. Все остальные, кроме сов. Контрольте сначала людей. Дайте им стан, сало, оковы, любую залупу. Вот если это милик, оковы, нахуй, приморозку, блядь. Сделайте что-то, чтобы вас не разъебали. Отбегите от законтроленной милизоны. Отбегите от РДДшника, дайте эфир. Сделайте что-то, потому что мы падаем, как какие-то... Ебать, сука, нет просто слов. Пуги лучше играют, блядь. Играйте нормально, сука, но я не хочу сидеть тут 3 часа, нахуй, на освоении, блядь. Законтрольте нормально, 8 минут босса и убьем, блядь. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Нихуя, я что за должен контроль? Я тоже не понял этого. Нихуя, я гений, блядь. Ну-ка, расскажи, поделись своим опытом. Нахуя, бля, ебашусь. Ебашьтесь все в эльфов начнут. Это как койлы доджит, но это для PvP. Ты в инвиз ушел? Да. Давайте играем, блядь, инвиз. Кстати, вроде инвизом ночных эльфов можно идти. Хватит, блядь, играем. Инвиз, блядь. Прими это благословение и покажи чужакам мощные не в сил. Блядь, сейчас. Сау контрольте. Я филей дал на дикону. Бидона не враните, пожалуйста. Готовимся стопать, смотрите, не переведите сейчас трэш еще. Стопнули, отошли полностью. Фул на трэш пошли все. И контроль готовимся. Там до полляма сейчас добьет дотами. $400,000 на боссе, Виланш, иди. Контроль, секунда. Контролем. Сэджу не бейте, криптовел тоже. На трэш, да, на трэш повернулись. Дух прям в баллонке появился, бегите. Все, хуярим. Бежим. Прям под боссом. Милики, сука, бежим. Сокрудал. Танки и все исключения. Заебал он за мной бегать, этот дух. Бежим. Духи, бежим. Прям под леди появился. Сука, да гнида зеленая, а. Блять, как вы далеко, нахуй. Пиздец, блять. Ебаный в рот. Ультрадруг, Мэтфокс, орецый. Звезду идет дух один. Все, ушел. В леди идет один. Там трэш вышел. Ультрадру резну? Вставай, фулл баф по нему. Трэш пошли, ебанули. Один этот в центр идет. Прям сов. Ничего, не очкуем, блядь. Spirits. Один на лестнице. Один в центр. В босса идет контроль. Да заебал, да что у тебя за отражение-то? Бежим оттуда. Кружка идет дух еще. Spirits. Так, Мэтфокс, некромантику, ресы, Вадикон, Бенстиллера. Трэш вышел.
Трэш, пошли, помогаем. Лёх, если не сложно, анонси... Стамба идёт в деде. Салюша, подойди. Гадикон... А, у тебя КД, да? Так я поднял его. Вставай, Бенстиллер, блядь. Да ёбаный, блядь. Тихо. Да промах был по тебе, блядь, в последний момент не успел, нахуй. Так бы выжил. Кош, видать, да, у тебя. Слышу. Кош сливать надо. Рессую Седжу. В леди идёт один. Всё, вставай вроде сейчас. Да, трэш игра. Захильте Убили Седжу. Почти, всё нормально. Spirits. Сокру даю. Гламура залейте, Иннер. Ману себе заливайте там. На ману гимн какой-нибудь. Видите ее, блядь, из лужи. Духи побежали. Дух, сову, сову контроль. Ну, двоих, не трогать их. Invisible за контроль, сейчас обновлю. Еще надо контроль. Трамвай идет. Давайте больше дамага. Духи побежали. Когда духи, сразу забывайте. Я вышел. Беги, сова. Spirits. Дух, бежим. Адрес справа. Сейчас контроль, секунда. Бежим. В духе, прям в леди. Прям под босса. Дух с рамбана. Контролим. Ариса законтролил, сейчас обновлю. Прям под босса. Еще в леди дух. Милаша вылетела. Да, вылетело. Этот... Ну, будет тебя агро скидывать на хукмастер. Нормально, там пока не доберутся. Лестница идет с рамба, дух. Трэш вышел. Этот, Shadow Knight на трэш, пересаживайся, про босса забудь. Новый с рамба. Остальные босса бьем. Shadow Knight на трэш, босса не бей. В леди идет ром. Еще пачку ебанем и будем. Мастера только не пробить, бежим. Снова леди один идет. Еще пачку убьем. Мобов. Все. Контрольте быстрее. Сука, не убейте, блядь. Сейчас, давай так сделаем. А что-то нельзя по тебе вихрь дать. Молодцы. Ну все, ничего. В леди дух бежит, в леди дух бежит. Ооо. За это страх, да. Это. Не сдыхайте от духов, сейчас этот. Трэш последнюю пачку убьем и будем босса добивать. Три тела всего мертвые у нас. Вон трэш повернулись, быстро убили. Ух, с рамба идет. Еще в леди бежит дух. И с рамба прям на него идет. Трэш, к трэшу. Трэш убейте. И босса добиваем. Быстрее все в трэш повернитесь. Снова с рамба идет. Вингер, не роните. Им даю. Убили трэш, все, двигайте. Пидорасина ебаная, блять. Обоц. Контрольте, сова мертва, две совы мертвы. Вара, законтрольте, еще положи в леди дух бежит. Захуяривайте, это 4 ляма. Дух. Дух это идет. Звезду. Добивайте. Я, короче, бегу, там вот это, где ступенька, там вот эти вот палки нахуй лежат на них. Добили. Я, блядь, духа, да, взорвал? Ну, вот этот последний, который в пол рейда упало, блядь. Вот эта хуйня лежит, вот где кружок. Я такой бегу, блядь. Тут, ну, смотрю, дух за мной. И бегу, и вот тут вот как-то уперся в нее, нахуй, вот в эту хуйню. Сейчас вроде нормально. Короче, это ты бичуган взорвал, да? Ну. Ну все, ГП кидай себе. Я понял, блядь. Я не могу, а где босс? А где босс лежит? А, вот он. Да где-то тут, блядь. Ты тему-то не переводи. На туре-то. Совсем не... Убили. Считай. Меняется, да? Это, тролл-д ты будешь собирать? Ну, не знаю, можно было. Босса убили, да, не считается сразу. Пиздец, блядь. Не, ну ладно, у всех амнистия была. Короче, не наебешь, не проживешь. Я понял. А так всегда, нахуй. Пичуга на реснице. Тролл-Д будешь собирать? Я чуть не услышал. Ну, можно, но... Тебе на сурка место уступить потом?
Ну хоть один человек можно. Нормальный. Давай, шлапнемся. Ну, а не, я могу себе уступить с рука. Чё говоришь? Я могу уступить, там, в принципе, захилят все, я просто почилю. А Вань зайдет. Нет, я именно Ване место освобожу на эту, ну, на пробоссов. Так. Хуя себе плечи там на транс уже берут. Съели. Что, не надо? За 100 гп нахуй. Это знаешь, можно кинуть. Так это говорю, на транс взять себе шмоточку, а ты такой, оп, она мне нужна на самом деле. Возьми, ну, если не надо. Хули. Вычислят тебя и отпиздят. Так, не вычислите. А вот убьете и пойду по сцене. Мне что-то кажется, что вот после реворка Т4 биса в грудах будет на ДКшников, блядь, серебра, который падает. Ты уже залутал себе его? Да, да. Почему бисовый? С ТТГ же шмот есть. Так, нахуя, там же грудока ДДшного ТТГ нету. А, да. Это ДДшный ты, жандармы который, да? Да. А, я что-то подумал, это танковская хуйня. Не. А, ну да, там другое что-то, с ТТГ. Там танковский грудак, по-моему. Башка и ботинки, по-моему. Опять переодеваться надо полностью. Да пиздец. Только одного, блядь, собрал, нахуй, уже тут другого переодевать надо. Не, тут прикол, я хочу глянуть, 6 начальников. Просто комплект, 8 предметов. Это слишком даже жестко. Да, такой грудак.